Эти животные, они забиваются вот в такие вот каналы. У меня такое подозрение, что какая-нибудь канализация или что-то, какая-то теплая вода поступает сюда, и они отогревались эту неделю, которая была очень холодная. И я смотрю, что куча людей публикует именно про это наибахудство недалеко от Мелбурна, что Мэнати как раз каждый январь, когда эти несколько холодных дней собираются в этих каналах. У них иногда нос так... Ух ты, какой хвост огромный, а! Посмотри, какие хвосты, прям лопаты такие. Да, хвосты. И чем больше строить, тем меньше есть натуральных тепловых как бы источников. Да, так что... Как они знают про этот водоем? Они же сюда каждый год приходят. Ну они приходят, да, потому что, наверное, из этих источников стало меньше и меньше, они как бы приходят больше и больше в такие места. Такие места. Они еще около power plants и electric plants очень любят, потому что там горячая вода и выходят. Do you see this line on the back? I think it's from boat. Probably. So it's like scar. So sun is going down and it's several manatees going out. It's three of them here. We can see their Oh no!